Всем привет, друзья, меня зовут Викли, и знаете, что я хочу сделать прямо сейчас? Я хочу вот так, значит, подъехать чисто вот на вот эту вот точку, вот так вот сюда встать, значит, нажать на Enter и чисто приобрести вот это вот сооружение. Да, именно вот этот домик за 2 миллиона кредитов. Чисто нажимаю купить и, ребятки, покупаю его. Ну что ж, теперь это мой домик за целых 2 миллиона, да, как бы чисто заехал, купил. Вы можете делать его своим жилищем, хотите ли вы это сделать? Да, конечно, хочу, и, ребятки, теперь у меня появился новый домик. Взял я его, конечно же, не только из-за офигительного внешнего дизайна, но и из-за его полезной функции. Теперь я могу перемещаться абсолютно в любую точку по карте, конечно же, за кредиты пока что, потому что я не разблокировал все быстрые перемещения, но все же теперь, короче, могу путешествовать чисто телепортируясь, да. И, друзья, что же мы сегодня вообще будем делать? Ну, думаю, то, что по названию видосика вы, в принципе, уже более-менее догадались, что же мы сегодня с вами сделаем. А сегодня, друзья, мы с вами отправимся на одну из самых непонятных для меня лично и самых, наверное, экстремальных гонок в игре, а именно на гонку Джаггернаут. Непонятных в том смысле, то что гонка у нас будет идти не просто по трассе, она будет идти чисто вот так вот напрямую, то есть через все горы, через все леса, через все поля, через все самые-самые опасные препятствия, и поэтому она, собственно, считается самой экстремальной. То есть мы можем влететь в дерево, в камень, не знаю, в стену, и чисто, короче, расфигачиться на тачке, то есть гонка реально обещает быть интересной и в то же время опасной. Ребятки, конечно же, перед началом этой гоночки попрошу вас влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Всем, конечно же, приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Ну а мы с вами начинаем, поехали и отправляемся на нашу, ребятки, гоночку. Ну что, я на нее телепортировался. Так, где у нас начало гонки? Подождите, а вот оно здесь у нас получается, да? То есть вот эти вот два флажка и есть начало нашей гонки, судя по всему. Да, блин, походу, да. Ну да, ребятки, слушайте, нам нужно взять тачку побыстрее, так как моя вот эта вот тачка Mercedes, она, конечно, крутая, но не самая быстрая. Наверное, на этой гонке нам нужна самая быстрая тачка. Поэтому давайте зайду в свой гараж и возьму, наверное, как бы Bugatti, потому что вроде бы она самая быстрая. Хотя давайте посмотрим, какие у нас еще есть. Так, у меня еще есть одна из самых быстрых, это McLaren, в принципе, она тоже такая быстренькая, ну еще есть, конечно же, Pagani. Так, ну вроде бы по скорости все равно опережает нас Bugatti, поэтому да, наверное, давайте возьмем Bugatti, потому что у нее как бы скорость 10, и вообще у нее самые лучшие характеристики вроде бы у меня в гараже, поэтому давайте, да, наверное, возьмем все-таки Bugatti. Ну что, друзья, Bugatti я взял, и просто что у нас сегодня с погодой? Что это вообще такое? Что за нелетная погода? У нас вечер как бы наступил, еще так пасмурно, как будто там песчаная буря какая-то собирается. Ну ладно, ребятки, блин, конечно, в такую непогоду не очень-то уж и приятно нам будет ехать, но да ладно, давайте, в принципе, поедем, и надеюсь то, что мы с этой гонкой справимся. Ну что, ребятки, надеюсь то, что вы все свои лайки поставили, на счет 3 погнали, и... Точнее, я сказал на счет 3, я просто поехал, ладно, без разницы, и, ребятки, наша гонка стартует, все, и нам дают целых 300 секунд. И я чисто улетаю вниз. Так, ну и все, едем, получается, к нашему финишу. А где у нас он вообще находится? Так, давайте. Что-то я не вижу пока что, где наш финиш-то находится. А вон, я вижу, вон он слева. Получается, да, нифига себе, как мы едем сейчас. Да, нам до него ехать целых 9 километров. Это жесть просто. Я не знаю, конечно, ложусь ли я в 100 секунд. Но я, конечно же, реально постараюсь и сделаю просто все, что есть в моих силах. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, у нас тут дальше трасса идет. Можно на трассу, в принципе, попробовать как-то выехать. Или я не знаю, как получится. Так, тихо, ребятки, главное сейчас нигде не разложиться, пожалуйста, аккуратно. Вот что я говорю, просто чисто взял, врезался в какой-то рандомный камень. Это жесть, он меня сейчас очень сильно застопил. Это, конечно, было мега фигово, но ладно, давайте, погнали, погнали, погнали. Сейчас самое неприятное, то что вот эти вот секунды, от них идет звук такой, типа, отсчета. И это, конечно, мега сильно напрягает. Ну ладно, давайте, надеюсь, то, что мы все пройдем. Как бы тут всего лишь осталось, ну, 7, грубо говоря, километров. Уже 6,5, кстати, нифига себе, мы очень быстро едем. И главное опять не врезаться ни в какую... Ребятки, преграда, ни в какое препятствие. Нам нужно все вот так вот пройти. Хорошо, едем чисто. Ой-ой-ой! Ой! Деревья пошли! Фух, найс, хорошо. Я думаю, сейчас как врежусь во что-то, так тихо, спокойно. Спокойно, спокойно, ребятки. Сейчас по-любому будет какое-то мега жесткое препятствие, которое я не смогу объехать. Я по-любому сейчас опять заторможусь. Так, спокойно. Деревья, деревья. Нормально, нормально. Едем, едем, сносим все нафиг. Там моя бедная Bugatti, просто что с ней там происходит? Тихо, спокойно. Нет, 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 нет. Давай разворачивайся быстрее, пожалуйста.
Это жесть просто. Это чисто реально какие-то вышибалы, блин, правда. Хорошо, все, погнали, 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 погнали. Главное нам снова не перевернуться, и у нас 90 секунд всего лишь остаются. То есть я, наверное, не успею уже. Да блин, вот в такое дерево врезаться, ну... Такой тильт, ну что за фигня вообще? Как вообще можно врезаться в это дерево было? Ай, да уж, походу я уже не успею на 3 звезды пройти. Ну ладно, если что, конечно же... Перепройдем, фух, нас не задели дерево. Так, спокойненько едем, хорошо, вот так вот. Так, 3 километра, 70 секунд, нормально, вроде бы. Блин, я походу уже не успею, ребятки, я 100% не успею. Ну ладно, я постараюсь, как бы, так, опять деревья, чертовы деревья меня чисто заносят. Но опять, ну врезался, ну в рандомное дерево, ну что это такое просто, что это за фигня такая, а? Так, ладно, едем, давай, спокойно. Ну блин, ну почему эти деревья не ломаются-то, а? Так, 45 секунд, ребятки, 40 секунд, нормально, успеваем вроде бы. Опять деревья, опять рандомные, тихо, найс, повезло. Не врезались, тихо, спокойно. Врезались, очень плохо. Очень все плохо, так, нормально, едем. Капец, деревьев реально дофигища, так, спокойно. Объезжаем, давай, объезжай, ну объедь, пожалуйста. Так, 20 секунд, я не успеваю уже. Я, блин, я не успею, 100%. Ну что ж такое-то, просто все деревья подряд стопились, ну это бред полный. Так, ладно, не теряем надежды. А, все, надежда потеряна. Все, надежда потеряна, 10 секунд. Ну как так-то вообще? Ну, не уложился. Ну я 100% уже буду перепроходить, ну потому что это реально полный бред, это реально жесть. Как это пройти с первого раза? Ну нереально, да, все, я уже не уложился. Но в принципе, если реально не фейлить, если не врезаться в деревья, то можно реально успеть. Так, нифига себе, а что там так светится все? Офигеть, это мы... А, мы на фестиваль приехали, получается... Яйца, ну бред, капец. Ну это жесть, реально, это жесть. Так, спокойно, здесь у нас еще пошли всякие строения... Ацтеков, не знаю, или какая там культура была. Так, и спокойненько заезжаем. Так, давай, и, ну блин, ну что это такое? Да, за 70 секунд прошли, ребятки. За 70 секунд. О, и прошли, получается, мы на сколько там? На 2 звезды. Да, блин, ну я бы хотел, конечно же, пройти на 3 звезды, поэтому, наверное, давайте мы сейчас все перепройдем. Что, друзья, трасса Джаггернаут, вторая попытка, поехали. Сейчас 100% мы с вами должны чисто проходить на 3 звезды, так, хорошо, едем, погнали. И у нас в арсенале целых 293, 92, 91 секунды, спокойно. Главное, чтобы не вынесло, тихо, ну что это просто за начало-то такое, ну, неудачное, ну что это такое просто, ребятки, ну как так-то вообще спуститься? Так, ладно, все, взяли себя в руки, погнали, еще целых есть 270 секунд, хорошо, успеваем, нормально, погнали, нормально, как бы, держусь, ребятки, все, едем спокойненько, и сейчас чисто приедем, надеюсь, на 3 звезды, я прям реально очень сильно надеюсь, и главное сейчас ни во что не врезаться, ни в какие камни, как в прошлый раз, я врезался, спокойненько объезжаем. Так, помню то, что тут были камни, спокойненько, да что ж так заносит-то сильно, а, нормально, едем, спокойно, так, давай. Нам сейчас, ребятки, главное выехать на трассу, потому что у меня появилась идея, что если поехать чисто по трассе, и там мы, короче, нормально сможем выехать, так, спокойно, камни, хорошо, нормально, едем, давай, главное не в камни, отлично, камней нет, все, найс. Так, и, по-моему, нам на эту трассу сейчас нужно выехать, вроде бы на эту, так, хорошо, давай, спрыгивай, и, отлично. Тихо, спокойно, едем, давай. Так, и тихо выезжаем, нормально, все, ребятки, сейчас чисто топим, чисто, ребятки, разгоняем нашу тачку до максимальной просто скорости, до максимальных показателей, как раз таки сейчас посмотрим, сколько у нас тачка максимально едет, хотя я, в принципе, и так знаю, что она примерно едет 435 максимум. Такой челик прямо на встречку-то выезжает, куда ж ты едешь-то, нормально, ребятки, разгоняемся, сколько у нас там уже, почти 400 есть, нормально, давай еще быстрее нужно. Так, 200 секунд, 208, нормально, вроде бы реально успеваем, хорошо, так, 435 было, 436, и вроде бы больше она едет, так, главное нам сейчас не вылететь, спокойненько. Так, и мы вроде бы уже прям напротив нашего финиша, давайте мы сейчас завернем аккуратно, главное сейчас не вылететь, хорошо, вот так вот, аккуратненько, и гоним вот сюда, отлично, вроде пока что все идеально делаем, и мы прям, смотрите, идеально выезжаем на траекторию нашего финиша, хорошо, давайте здесь хоп, вот так завернем, спокойненько едем, так, и главное ни во что просто не врезаться, так, здесь можно вот так вот сделать, сокращаем, хорошо, давай, тихо, спокойно, нормально, живем, фух, найс, живем, так, дерево, объезжаем просто третьей дорогой, спокойно, не врезаемся, главное не в дерево, фух, найс, я очень боюсь сейчас с дерева врезаться, найс, хорошо, все, выехали на трассу, точнее на дорогу, хорошо, ребятки, у нас сколько там, 50 секунд осталось, нормально, успеваем, надеюсь, что реально успеем, хорошо, давай, тихо, вот так вот заворачиваем сюда, так, у нас сколько там осталось, километр, так, тихо, здесь нужно завернуть, вот так вот осторожно, найс, хорошо, фух. Так, нормально, хотя могли напрямую проехать, но да пофиг, ребятки, 30 секунд остается. Вроде бы реально успеваем, так хорошо вот сюда вот. Заворачивай, так, давай. Ребятки, неужели мы с вами пройдем на 3 звезды? Я прям очень хочу на это пройти, только нам нужно не врезаться. Так, осторожно, и вон финиш, давай, 19 секунд. Так, успеваем, давай, главное сейчас не вылететь, хорошо. И
Давай! Есть! Есть! Прошли на 3 звезды! Отлично! Фух, ну теперь как бы я могу с собой гордиться, ребятки. Прошли на целых 3 звезды нашу гонку Джиггернаут. Найс, просто капец, ребята, сейчас было жестко. Ну, да, реально, гонка очень экстремальная. Прям реально можно врезаться, как я вам говорил, и в камень, и в дерево, в принципе, что я и сделал в нашей первой попытке. Но сейчас вроде бы все хорошо прошло, и у нас целых 2 супер призовых игры и 1 призовая игра. Ну, блин, давайте, ладно, все-таки откроем, посмотрим, что нам выпадет. Я как бы хотел покопить эти игры, чтобы потом пооткрывать там еще на видосике. Ну ладно, давайте, в принципе, сейчас туда откроем. И у нас целых 2 еще супер призовых игры. Давайте открываем, смотрим, что же нам сейчас выпадет. И нам выпадает, значит, тапочки, новая тачка, кстати, и ваше день рождения. Офигенно просто, редки. Просто реально офигительно. Хорошо, давайте еще раз откроем, посмотрим, что сейчас нам выпадет. И сейчас нам выпадает... Ой-ой-ой! Офигеть, это тачка! Ничего себе, вот эта тачка нам выпала, блин! А я же за ней уже давно охочусь, она реально офигительная! Как же повезло-то, а! Я же эту тачку очень себе хотел, вот она, это Шевроле! Офигеть, тут эта красотка нам выпала, это Корвет 53-го года! Forza Edition, офигеть просто! Ну, слушайте, ребятки, теперь этот выпуск официально один из лучших по Форзе, потому что мне выпала тачка, которую я реально очень давно хотел, и просто посмотрите, какая же она кайфовая-то, а! Блин, как же мне повезло, офигеть! Ну-ка, давайте салончик сейчас заценим, офигеть, ребята, блин, это мне повезло, конечно, я реально теперь очень рад. Ну что, друзья, наверное, на этом мы, пожалуй, на сегодня закончим. Это была гонка Джиггернаут в игре Forza Horizon 5. Всем большое спасибо за ваш просмотр, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. С вами был я, Твикли, я не прощаюсь, а говорю вам, до новых встреч, друзья!